кукла. Большая кукла. А там кто-то в ванной, правая рука на уровне колена, яйцо. Кто-то почесывает правое яйцо. Морковку бобру под хвост. Вы чего неприкаянные тут стали? Вот она. Все, я чертов гений, как я это сделал. Сука, напугал немножко. Сука, ты меня немножко напугал. Иди лесом, свободен, я тут занят. Ребятушки, привет! Меня зовут Андрон, ты на канале Лесин, Андрон Лесин. Хочу представить вашему вниманию очередную игруху. Психологический хоррор. Ужастик ли? Ну, это не ужастик, слушайте. Мне очень сложно ее классифицировать. Я посмотрел ее краем глаза. Мне очень понравился графоний, мне очень понравилась идея игрухи как таковая. Я готов показать тебе ее. Посмотри, что это такое. Sorrow вирус. Sorrow — это сожаление. Вирус. Вирус сожаления. Некий вирус сожаления. Короткая история Faceless. Давай посмотрим, что это такое, с чем ее едят. Погнали, полетели. Если бы я начинал жизнь сызнова, забытое слово, то не хотел бы в ней ничего менять. Вот только я смотрел бы лучше. Купил очки. Жюль Ренар. Мистер Хейл? А, мисс Маклауд. Я же говорил, что вы можете называть меня Калеб. А я говорил, что вы можете звать меня Алиса. Разумеется, Алиса. Какие новости? Боюсь, что не очень хорошие. Калеб, Рак Уайт вернулся, как мы и думали. Похоже, его визиты в чистилище не облегчают недуг. Опять? Я было надеялся, что они хоть понемногу помогут ему. О, по крайней мере, после них он выглядел капельку лучше. Нет. После каждого визита болезнь возвращается все быстрее, Калеб. Чистилищу не под силу вылечить все. Мы ошибались. Что же нам делать? Мы продолжим пытаться. Последствия от вируса скорби никак не обратить, или, по крайней мере, пока не знаем, как это сделать. Уайт не заслуживает такого, он мой сын! Мы продолжим пытаться! Простите. Конечно, простите. Предоставьте ему все удобства, и если придется, позвольте ему умереть быстро. Может быть, когда он вернется в следующий раз, то что-то изменится. Нам необходимо закончить наше исследование чистилища и бездушных как можно скорее, понятно? Да, сэр. Медсестра, отец больного, доктор. Пока все, что мне понятно. И очень красивая с размытием, короче, в расфокусе картинка. Так, мы, в общем-то, получается, я забыл, как меня зовут, но отчество у меня Калебович. Короче, я кто-то Калебович. Я болен, у меня, похоже, рак. Я в какое-то чистилище время от времени отправляюсь, и уровень рассудка адекватный, безопасная комната. Я Уайт Калебович, это я, здравствуйте. У меня очень много кислорода. Я надеюсь, это веселящий газ. У меня очень много... Я кукла, обратил внимание, что у меня много кукол. Венди. Вот смотри, я здесь еще одну видел. Где? Вот где-то тут. Вот. Я видел еще одну куклу. Это кто у нас? Френ, кстати, это из игры какой-то, да? Мне память не изменяет, если... Доктор. Ау... Есть еще кукла у нас. Кто это? Кто ты, девочка моя? Как тебя зовут? Пикси. Хорошо. Аптечка. Надо ли нам ее подобрать? Пайпер. Кстати, Пайпер была где-то на заставке этой игры. Не знаю, она ли главная героиня. Ну, не знаю. Не знаю, сложно сказать. Открыть мы ничего не можем. The ones you left behind. Кого-то одного ты оставил позади. Что-то. Know your dolls. А, познай своих кукол. Ладно, хорошо.
Что здесь у нас? Записки в синих папках важны, остальные не... в синих папках важны, остальные не обязательно. Хорошо. Куклы стали популярны после выхода в 40-х годах мультсериала «Доктор и подлые демоны». В нем было несколько основных персонажей. Венди, Пикси, Пайпер, Белла, а главная роль принадлежала доктору. Иногда в шоу появлялись герои из других мультфильмов. В 90-х годах его перезапустили под названием «Венди и удивительные приключения». В нем куклы проникали в интернет и спасали... новых героев. В этот раз главная роль досталась Венди, что очень не понравилось доктору, который сидел у нас слева на тумбочке. Однако, перезапуск оказался неуспешным, в результате чего шоу закрыли после 2 сезонов, в то время как оригинальный мультсериал продержался все 10. Стоит отметить, что задолго до этого в массовой продаже была выпущена коллекционная серия говорящих кукол с мелодиями... Чего? Forever? Че он сказал? Каре, не мешай читать. Она была посвящена сериалу. В 70-х годах компания Хейл приобрела большое количество этих кукол, а через 20 лет после этого шоу перезапустили. Кто что понял? Я ничего не понял. Морковку бобру под хвост. Вы чего неприкаянные тут стали? Что это для меня должно означать? Кто выпустил? Кто? Ох. Что? Короче, первая попытка напугать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, какие вы страшненькие куклы. Так, туда мы пройти не можем. Что мы еще имеем? Мы еще имеем очень много таблеток. Блин, парню, видать, конкретно херово. Кто я там? Уайт Калибович? Я уж не помню. Диктофон. Говорилка. Говори, говорилка. Меня зовут Рене Хейл, и обычно мой муж делал подобные записи, но позже я поняла, что обязана это продолжить. Уайт очень долго страдал, но с тех пор, как мы ввели ему вирус скорби, смерть стала для него лишь временным решением проблем. Я думала, мы сможем избавить Уайта от вируса, но Калиб сказал, что модифицировать его опасно, и упомянул о несчастном случае со своей сестрой. Он полностью изменил ее. Она все еще где-то там. После прослушивания диктофона на его месте появится символ для взаимодействия. Где символ? Мне нужно взаимодействие. Срочно мне нужно взаимодействие. Хорошо, давай я отвернусь. Опа, символ. Хорош. Здорово, кукла. Здорово, кукла. Обнаружена локация мотель Окфол. И вот это то, чего я ждал. Посмотри, как красиво. Да, именно вот эти превьюхи я видел, мне очень понравилось. Хорошо. Давай осматриваться, что здесь у нас? Здесь у нас... Ч-ч-ч-ч, кто ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здрасте! Манекен, что ли, какой-то? Ну, кто-то же там, чтобы... Кукла! Большая кукла! А там? Кто-то в ванной... Правая рука на уровне колена. Яйцо! Кто-то почувствует правое яйцо. Знак странный какой-то. Ладно, разберемся. Да, потихонечку будем разбирать. Мне нужна комбинация. Какая комбинация? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Смотри, что здесь мы видели с тобой. Мы с тобой видели какую-то вот такую, какая-то такая летящая кукла. Похоже ли это на один из знаков? А ну-ка, иди сюда. А ну-ка, иди сюда. А ну-ка, иди сюда. Вот она. Ой, я чертов гений, как я это сделал. Да, и это, слушай, смотри, на этой двери написано «выход». Ну, выход так выход. Спидран, ребятки. В месте, где время не властно, легко потерять счет времени. Нужно будет всякий раз проверять эти часы. Следить за временем. Если забуду о них, то случится нечто куда страшнее. Что случится страшнее? Я не понял. Вы читаете, слушаете радио. Я не прочел, что там время истекает. Короче, какое-то время у меня истекает. Какое время истекает? Кукла. Иди в жопу! А, она, нет, она свалила. Подожди, вернись! You left us, ты оставил нас. Abandoned by God. Богом, кто-то абандонен Богом. Кто Богом абандонен, я хрен его знает. Так, очередная кукла, а за ней знак, да? А где наш этот, где наш фапующий друг?
Фапущего друга не видно, но... Тихо! Спокойно. Что там за знак у нас? Посмотри, кто, некто, ну, типа, склонился, голова вниз. Некто молящийся. Пойдем введем второй знак и будем двигаться дальше. Иди сюда. Так, голова вниз, поникший, понурый. Вот он, вот второй знак. Супер. Сколько нам осталось еще? Раз, два, еще два знака. Еще два знака, и мы выберемся отсюда. Ребятки, я вам точно говорю, это будет это будет очень быстрое прохождение. Что? Что ты сказал? Кто там фурас? Двигатель. Ага, хорошо. Хорошо. Так, некий трупик. Очень много надписей. Я не знаю, нужно ли мне все эти надписи читать. Так, а вот ты... Ты фигура какая-то ключевая, да? Light your way to absolution. Освети свой путь к абсолюту некому. Зажечь эти, да, факелы? Мне нужна зажигалка. Короче, я должен зажечь эти свечи. Так, что ты там написал? Возможно, она находится где-нибудь рядом с ними. Где рядом с ними она находится? Не вижу пока. Так, папка. Желтые вроде нам не обязательно читать, но давай коротенько. Сегодня изучали архивы записей. Похоже, наткнулся на разрыв в пространстве и увидел на другой стороне неведомое растение. Оно выделяет похожие на споры субстанции, отдаленно... Че-че-че-че-че-че! Кто? Кто? Кто бегал? Не дали дочитать спокойно. Уже почитать нельзя. Что оно там? Спрошу о нем Уайта во время испытания. Номер два, наш информатор из УС, уверил нас, что ему больше не удается обнаружить следов вируса скорби. Это подтверждает нашу теорию о том, что вирус не из нашей реальности, он из миров, откуда происходят эти существа. Вот почему он так смертелен для них, но не для нас. Нужно найти и достать образец растения, а от нестабильного синтетического прототипа избавиться как можно скорее. Некие споры растения. Кстати, я обратил внимание, здесь повсюду плющи какие-то растения были. Так, я ищу зажигалку, да? Хорошо. Зажигалка где-то рядом. Я нигде рядом не вижу. Пойдем обратно, что ли, вернемся, я не знаю. Так, Си присесть и на Си снова встать. Так, куча... Что? Москва. Куча карточек каких-то. Все двери, абсолютно все двери заперты. Но у меня направление движения абсолютно ясно. Я движусь... Знак же не изменился? Да, на всякий случай, не изменился. Я точно движусь туда, но мне нужна какая-то зажигалка. Где мне эту зажигалку найти? Я не знаю, должен я на вас нажимать постоянно? Но я лучше сделаю это, да, на всякий случай. Что-то... Вы подобрали зажигалку? Как я это сделал? Я подобрал зажигалку, ребятки! Эй, хорошо! Зажигалка — это хорошо. Пошли. Вставай. Так. Ну что, я готов тебя поджечь. Давай, только так и давай без всяких этих, без вот этих твоих фокусов, да? Кто? Кто-то пробежал опять. Ай, мурашки побежали. Хорош, ребят, игра атмосферная. Игруха атмосферная. Почему ты убил меня? Стой, зеленое чудище. Я за тобой следовать должен. Я за тобою следую тенью, я и привыкаю. К несовпадению! Да кто здесь бегает постоянно? Да что это такое? Станция Хайд-стрит. Нажмите Shift, чтобы идти быстрее. Да это я уже давно выяснил. Ты, конечно, игра. Ты конечно, подтормаживаешь игра конкретно. Так, много текстов. А, идти за тобой? Давай. Желтая папка, ну... Ай, классика жанра. Закрыть двери перед человеком в тот момент, когда он к этим дверям подобрался. Ну вот единственное место, куда можно видеться. Мы послали Роска Хеллера найти двоюродного брата Уайта. Интересно, согласится ли он помогать нам после стольких лет. Ну ладно, разберемся. О, часы!
Так, я все правильно делаю? Я не знаю, это какое-то автосохранение или... Так, что здесь у нас? Не вижу, больше ничего не вижу. Так, взаимодействие с замком для изменения комбинации. Блин, а где? Здесь какие-то цифры здесь должны были быть? Начинаются загадочки. Где я эти цифры... Вот там кто-то опять стоит. Где я эти цифры упустил? Человек сидит перед монитором. Ну я же, блин, я же понятия не имею. Кассандра Нобел. Я же понятия не имею, какие цифры, но пойдем искать цифры. Подобрал шрифт, я не могу пойти туда, пока я не готов. А я готов. Я подобрал шифр. Хорош. Блин, но с этим замком мы разобрались, у нас остался тот замок. Блин, игра, ты чуть-чуть умнее. Чем... Я думал, я умный до жопы. Игра, ты чуть-чуть умнее меня оказалась. Ладно. Она меня... Я смог. Я первые две отгадал абсолютно верно. Ну, то есть, первые две я понял абсолютно верно. Первые два знака. Третий и четвертый я просто подобрал, потому что подобрать два знака это совершенно непросто. Ой, совершенно не сложно. Но она же, гадина такая, меня дальше не пускает, пока я здесь что-то все-таки... А здесь я не могу ничего сделать, смотри. Здесь я вижу вот этот замок. И на этот замок у меня... Вот для этого замка у меня вообще нет понимания, где и какие цифры я должен взять. Смотри. Мы же можем присаживаться. Нам же стрелочками показано, что нам сюда. Ай, хорошо. Хорошо. И может быть здесь мы найдем какие-то циферки, потому что мы точно знаем, что нужно нам продолжить двигаться в ту дверь. А в ту дверь мы больше... Так, а это... Это двигается, да? Нас же научили, как двигать надо. А, хорошо. Идите, смотрите, что такое? Эй, классика жанра. Найдель Торн. Я мог и предвидеть, что он попытается вмешаться. Он совсем не знает Уайта. Он все никак не успокоится. Все время хочет вмешаться. Роско? Роско? Хеллер? Ты звал меня Калиб, да? Я хочу, чтобы ты нашел этого человека. Почему его? Потому что это твоя работа, и тебе за это платят. Не в этот раз. Это слишком Роско! Он убил твою сестру. Так и знал. Так и знал. Школа Уиллоу-Уэллс. Так, я видел куклу. Я давай, ну давай двинемся за ней, потом будем осматриваться. Где ты? Нужно не забыть проверить часы. Давай проверим часы. Где часы? Срочно давай проверим часы. А где часы? А где часы? Они же где-то здесь тикали. Ну, слушай, они же не маленькие. Как они могли потеряться? Часы я не вижу. Но я вижу диктофон. Я скучаю по тебе, Мэдлин. И я не позволю случившемуся с тобой произойти с Уайтом. Мы больше не будем работать над вирусом скорби. Никогда. Мне жаль, что ты все еще там, но ты в безопасности. Тебе уютно, я надеюсь. Я увижу с тобой вновь, когда мы завершим исследование. Зачем я вообще записываю этот сентиментальный бред? Это только мешает, кто бегает вокруг.
Время на исходе, мне нужно найти часы. Время на исходе. Боетить, Мадрид. Где часы? А где ближайшие часы, ребят? Охренеть, это очень далеко. Блин, там кукла очередная. Часы. Я же сейчас скочевряжусь. Я что-то не понял. Я судорожно тыкаю все подряд. Да где часы? Блин, игра, это как-то ты... Ай-яй-яй-яй-яй, мне херомастенько, ребятки. Пожалуйста, часы. Скорее. Ну, блин, ну там они были. Там они точно были. Присел. Вот они. Фу, успокойся. Спаканте. А поблизости нельзя? Было часы оставить, ну? Так, встань. И давай быстрее. Поблизости нельзя, да, было часы оставить? Ох, создатели. Ох, игроделы. Ладно, мы не гордые. Хотя, может быть, они были где-то поблизости, но я здесь видел очередного этого. Смотри, знак. А, ну все, эти знаки мне не интересны. Я тут дверь открыл. Ну какой же я просто чертов гений. Чего? Librarian из короче, библиотека в аномальной зоне какой-то находится. Опа. Так, я вернулся куда-то в обычное какое-то место, да? Судя по всему. Или нет, или я все еще в параллели. Не могу понять. Так, кукла, пойдем за куклой. Департамент полиции Ойкленд-Сити. Где ты? Кукла, куда ты делась? Диктофон. Самое ужасное, это осознавать, что если у меня не хватит смелости прекратить твои мучения, то вирус скорби будет возвращать тебя назад и заставлять страдать снова и снова. Я бы хотел тебя вытащить, но мне не справиться в одиночку. Твой брат скоро будет здесь. Потерпи. Просто потерпи. Что мы опять залетаем? Залетаем в параллели? Я уже немножко поплыл. Ребят, я немножко... Так... Желтая папка, но давай все равно прочтем. Когда... Не-не-не-не-не-не. Когда Уайт Хейл нашел еще несколько экземпляров вируса скорби на окраине Уиклотснити, то вблизи церкви падшей благодати он заметил членов отредактированы. Несмотря на то, что растение Ренатус энтроцеас возрослось по всему Уиклотснити, оно не сможет выжить, находясь далеко от разрыва. Уайт последовал за воронами Элайджа Грея, которых научили искать запах вируса скорби в Уэйкленд-Сити. В то время ему было 14 лет. Он находился в заброшенном городе, где за ним присматривал два солдата Нова Уорд. В тот день он отчаянно пытался сбежать. У него это получилось. Его так и не нашли. Только когда Уайт вновь появился в Гонконге, стало ясно, что он таким образом умер в Уэйкленд-Сити и снова попал в чистилище. Етить, Мадрид, вы что творите? В одном простом письме 172 непонятных слова, объединенных между собой какой-то логической цепочкой, которая мне совершенно непонятна. Так. Прыгать нет. Прыгать или не стоит? Ты не сможешь вернуться. Хорошо, я тебя понял. Давай мы сначала залутаем здесь все, а потом мы не сможем вернуться. А здесь лутать-то, в общем-то, и нечего. Нет. Лутать тут нечего. Все. Погнали. Так, где мы? Кукла. Здравствуй, кукла. Куда мы движем? Канализация в Уэйкленд-Сити. Кукла. Куда мы движем? Кукла. Ладно. Nowhere to hide. Негде спрятаться. Здравствуйте, ребят. Я... Вот она. Пойдем, я иду за тобой.
Когда доберешься до Вэклэнд-Сити, ты должен оставить кукол в покое. Они не важны, не имеют значения. Твоя главная задача — найти вирус скорби. Мне жаль, что мы не сможем быть с тобой. Мы нужны здесь, не считая нас. Ты единственный, кто знает, как отыскать вирус скорби. Все, ты все сказал? Set them free. Освободи их. Нужно не забыть проверить часы. Опять начинается. Где? Где часы? Так. Ну, тогда хода все. И сюда хода нет. Вы что творите со мной, ребят? Вы чего? А где часы? Слушай, я же окочурюсь так. Где часы? Быстренько мне, срочно. Что такое? Что вы делаете со мной, чертовы куклы? Где часы? Лампа. 8. Блин, я мне что, запоминать все эти цифры, что ли? Ну давай, первая цифра 8. Пусть будет так, но где часы? 0. Часы! Часы, ребятки, да вы чё? Я же кочурюсь сейчас. Так, давай, давай, 8. 0. 0 так и сделано. Ну нет здесь часов, ну что я должен сделать? Да куда? Куда мне ринуться, чтобы отыскать чертовы часы? Ну я сейчас окочурюсь, ребят. Я сейчас окочурюсь и полагаю, на этом игра закончится, в общем-то. Сука, ну что ты нагнетаешь? Ну нету, ну я заперт. Я абсолютно со всех сторон. Вообще у меня никакого доступа и никуда нет. Пожалуйста, прошу, спаси меня, я не хочу умирать. Та же история, слушай, это мои слова. Вот ведь дрянь, а. Давай методом подбора. Давай быстренько. Ну хватит. Что ты ноешь и ноешь? Музыка, тихо, не нуди. Нет. Блин. Есть, я снял замок. А, я подох. Так, слава яйцам, мы возродились. Возродились мы... Что здесь у нас? Венди улетела на север. Ага, север, юг, запад, восток. Север. Что у нас тут на севере? 4. Я тебя понял. Ну-ка. 4. Что у нас там дальше было? Запад, потом запад. Вест, запад. 4. 4, 9. Потом что было у нас? Ну, да, давай дальше текст. Юг. 4-9, юг. 4-9-0-7. Пробуем. Смотри сюда. 4. 4, я сказал. 4-9-0. А, детка, спасибо. Это было здорово. Куда я попал? Атмосферненько. Здорово. И за мной, конечно, захлопнулась дверь. И это, в общем-то, хорошо. И нужно сделать полный оборот налево-направо, чтобы... Так, давай мы обнулимся. И вещай, радио. Вирус скорби вовсе не лечит человека. Он просто разъедает душу, не давая перейти в загробный мир. Вместо этого она попадает в чистилище. В чистилище как раз и находится каталикон. Казалось бы, множество микроорганизмов обволакивают умершего, хотя исцеляя многие из его недугов. Нам необходимо найти способ сбора этих самых микроорганизмов, чтобы также успешно исцелять ими и здесь, а не только в чистилище. Угу. Хорошо. Тогда и только тогда я смогу спасти сына, даже если он не хочет быть спасенным. Он очень хочет быть спасенным. Очень. А еще у меня вопрос. Вот этот огромный... Где он? Куда ведет? Куда этот шнур ведет? А ну-ка, давай посмотрим. Вот этот огромный...
куда-то туда. Хрен знает. Почему к такому маленькому радио столько много питания подведено? Вопрос? Вопрос. Вопрос на миллион. Давай еще раз обнулимся. Спасибо, часы. Спасибо большое. Ритуальная зона ДПУС. Переживите снова свои сожаления, найдите куклу и зажгите свечи. Быстрее, поблизости нет напольных часов. Найдите куклу, зажгите свечи, начинается. Все, поехали. Ищем куклу, зажигаем свечи. И знаешь, что интересно? В этой игре очень интересно то, что кукла не лежит каждый раз на одном и том же месте. Она меняет свои... То есть, недостаточно, невозможно выучить наизусть ее местоположение. Ты должен постоянно находить их. Или мы уже нашли куклу? Я нашел куклу или нет? Судя по всему, я нашел куклу. Горят свечи? Горят свечи! Эй, свечи горят! Как это сработало? Может быть, он как-то засчитал, что я уже находил куклу? Или все же нет? Котейка. Кукла! Вот, я нашел куклу. Все. Я нашел куклу, я зажег свечи. Что ты хочешь от меня дальше, игра? Ты открыла мне дверь. Супер. Вот тут вот мы с тобой... Вы лишь все усложняете. Найдите двух кукол, зажгите свечи. Да ни хрена я не усложняю. Игра, это ты усложняешь. Двух кукол я и в тот раз нашел, но я не зажег свечи. Я полагаю, какая-то определенная последовательность должна быть. Давай, что здесь у нас? Давай, ты сможешь. Ты же знаешь, что сможешь. Ты столько раз бывал в чистилище, нужно найти двух кукол, зажечь свечи. Скорее всего, в каком-то определенном порядке. Я не потеряю тебя снова. Кукла раз. Возьмись, кукла. Двери заперты. Давай, вторая кукла где-нибудь в этой комнате наверняка. Да? Нет? Нет? Да? Кукла. Кукла номер два. Кукла номер два. Это что, банка? Нет, она мне недоступна. Ай, пацаны, ребята! Вот она висит. Здравствуй, я искал тебя. Так, свечи в определенном порядке. В каком порядке? Как я должен понять, в каком порядке? Кто сказал гав? Кто сказал мяу? В каком порядке зажигать свечи? Как я должен понять это? Так, присядь. Ты не взаимодействуешь ни хрена. Горит? Горит. Горит? В принципе, да. Давай, отслеживаем. А, нет, сядь. Горит? Нет, неправильно, хорошо. Давай так, смотри. Раз, два. Горят, да? Давай теперь вот эту. Зажгись. Зажглась и горят. А теперь вот эту. Нет, погасли, хорошо. Один, один, два, четыре. Один, два, четыре. Теперь вот эту. Хорошо. 1, 2, 4, 3. Давай. 1, 2, 4. А теперь ты. Гори, пожалуйста, гори. Потому что у меня шансов иных нет. А теперь ты. Все. Все, есть понимание. 1, 2, 4, 3. Потом крайнее. А потом вот это. Фу! Божешки, ты ж моиш. Как я это сделал, я не знаю, но это просто очередной, слушай, очередной метод тыка. Ну, пойдем продвигаться дальше тогда. У нас все еще нет часов. Not yet. Здорово, кукла. Not yet. Нет еще. Типа, ты еще не готов. Нет, пока нет, сказала нам кукла. Что это такое у нас? Трупик. Я просто хочу домой. Прошу, просто дай мне вернуться. Вернуться домой. Ну, я ачивку заработал. Ну и хорошо. Нам нужно часы отыскать, ребят. Нам нужно в темпе канализации мотеля Оквелл и ритуальная зона. Вода течет кверху. Вся абсолютно вода течет кверху. Время. Ну нет, ребят, ну пожалуйста, где часы? Пожалуйста, выдайте мне часы. Ну, блин, ну бегай как-то быстрее. Кто видит часы? Вот ты видишь часы? Я не вижу часы. И что делать? Свечи. Давай собирать свечи, если они собираются. Почему бы нет? Только мне срочно нужно... Красные свечи. Давай собирать красные свечи. Мне срочно нужно часы найти. Да какие нахрен красные свечи?
Часы. Это все, что меня сейчас волнует. Вентиль, ты слишком красный, но почему-то не берешься. Здравствуйте, говорит, я Вентиль. Достаточно ли я красный? О, Вентиль, ты очень красный. Да возьмись ты уже! Время на исходе, мне нужно найти часы. Я не против, где мне их найти? Да что ты, какие задачки мне задаешь? Где, это часы? Нет, это не часы. Блин, я кочурю сейчас. Обратно хода нет, но я же окочурю сейчас. Ну, пожалуйста, ребят. Все. Я очень много всего нашел, но не часы. Мне нужны часы, етить вашу! Сука, ну я же помираю сейчас. Кукла. Блин, может быть, я успею найти все, что я тут должен найти до часов, но это же нереально. Где эти долбанные часы? Такое ощущение, что вы пытаетесь сделать так, чтобы я перехотелось, да, чтобы мне перехотелось играть. Ну, пожалуйста, где часы? Часы. Еще одна кукла. Ну, давай, плющ, расплющивайся. Ну, блин, часы. Ай, это сложно. Принеси кукол. Слушай, мне кажется, я прошел то задание. Или я не прошел то задание? Где я и что? Принеси кукол. Я готов принести кукол. У меня в инвентаре... У меня даже зажигалку отобрали. Слушай, у меня даже зажигалки больше в инвентаре нет. Behind you. За тобой. Что за мной? Дверь. Хорошо, пожалуйста, я подхожу к этой двери. Она, как обычно, не работает неактивно. Я немножко дезориентирован. Я немножко поплыл вообще. Где я? Что я? А, вот я взял... Вы подобрали запасную зажигалку. Это отлично. Ну, давай толкать будем тебя, что ли. Ты толкаешься? Давай. Хорошо. Так, set them free. Освободи их. Вы мне конкретнее задачу поставьте. Так, свечи больше не собираются, я полагаю. Горите. Здесь не нужно никакой последовательности, я надеюсь. Опа. Я не знаю, надо ли было к тебе подходить. Что сейчас произойдет? Что ты на меня смотришь? Вы подобрали куклу Уайта. Сука, напугал немножко. Сука, ты меня немножко напугал. Иди лесом, свободен. Я тут занят. А, дверь открылась. Отлично. Часы. Ой, давай еще разочек. Всего одна рана. Порез от паранормальной сущности. И все, ты анал уничтожишь твое тело, превращая тебя после смерти в аномалию. Короче, мне к этому чудику приближаться нельзя. Эти зомби, призраки, эти бездушные существа страдают от постоянного страха и необходимости убивать все, что движется. Что это за тень очередная? Это они единственные существа, живущие без души. Они единственные существа, которые могут жить вечно. Ты все сказал? Все. Wake up and survive the sorrow. Короче, проснись и спаси это сожаление. Скорбь. Эту скорбь, это грусть. Я не могу туда пройти. О! Этот. Как его звать? Ну, присядь. Все, тихо. Это Роско. Надеюсь, ты получишь это сообщение. Я получил это сообщение. Черт, я даже не знаю, слышишь ли ты это. Я знаю, прошло уже несколько лет. Око за око, Даниэль. Мы оба с этим согласны.
Ты забрал у меня сестру, я даю тебе единственный шанс прийти и покаяться в грехах. Я буду твоим двоюродным братом, ты встретишь меня там. Я дам тебе рассказать свою версию этой истории. Подумай об этом. Считай это своим искуплением. Так, давай, как мы должны поступить? Мы должны отвернуться и вернуться. И тут у нас... Ну, рука же появилась. А почему не появляется? Слушай, на месте диктофона же у нас постоянно... У нас же всегда возникали эти... Ну, проходы в параллели, в параллельные миры. Почему в этот раз ничего не возникло? Опять начинаются загадки. Какой-то мне дали один шанс. Чуть конкретнее, игра. Можно чуть конкретнее? Что ты хочешь от меня? Что тебе нужно от меня? Так, к часам. Идем еще раз к часам. Слушай, пока поблизости есть часы, хилимся каждую секунду. Так, что у нас в инвентаре? У нас в инвентаре одна кукла и зажигалка. Ну, всеми правдами и неправдами меня ведет вот сюда. Ну, что здесь? Да? А, вот проход. Нет, это все тот же самый проход. Давай пойдем сюда. Здесь мы не были? Здесь мы не были. Все, отлично, я нашел проход. Время от времени, когда эту фразу слышу сам, ну и все, не буду. Глупая шутка. Нет, все. Так. Ну, пойдем. Я готов. Давай, туда мы больше не вернемся. Но часы мы только что обнулили, и, в общем-то, это хорошо. Давай, братиш. Давай, надо уже куда-то выбираться. Я, кстати, their skin will burn, их кожа сожжет твою. Вы должны прочитать записку, и обязательно слишком темно, чтобы идти дальше. Хорошо, я готов прочитать записку. Какую? Вы это подобрали неисправный фонарик. Круто, что он неисправен. А можно мне исправный выдать? Для ритуала надо заранее подготовить ритуальную зону. Тебе нужно найти набор незажженных свечей, банку с краской и книгу «Символы и сигилы». Лишь это и понадобится. Однако придется найти ключ на случай, если зона будет заблокирована. Хватит бегать там, чтобы ты смог войти. Когда найдешь все это, возвращайся сюда. После того, как нарисуешь символ в ритуальной зоне, зажжешь свечи, ты будешь готов освободить захваченные души из кукол, которые окружают Уэкленд-Сити. Важно, чтобы... Ты освободил их, они терзают город, хоть и непреднамеренно. Души не должны оставаться после смерти их тела. Им следует перейти в загробный мир. Когда они задержатся слишком долго, то начинают оказывать чрезвычайно тошнотворный эффект на свое окружение. Именно из-за этого в Уэкленд-Сити нет ни одной живой души, кроме трех воронов Элайджи. Я надеюсь, мне не нужно наизусть было все это запоминать. Короче, я должен какую-то там... Мне туда рано, да, идти? Так, а как мне активировать? Как мне активировать фонарик? Чтобы попытаться использовать поврежденный фонарик. Я пытаюсь использовать. О, вот он. Блин, мне к этим приближаться нельзя, да? Мне тут куча всего надо отыскать. И no climbing. Нельзя забираться наверх. Давай попробуем. Ну, слушай, хотя нет, что тут пробовать? Я помру. Обнаружена локация. Пещера. Ключ. Хорошо, я нашел ключ. Так, не приближаемся к этим чудикам. Кукла. Надо мне тебя подбирать, кукла? Или я должен был напугаться? Я должен был напугаться. Сорян, кукла. Блин. Вот сюда мы можем пройти. Лопата. Еще одна кукла. Слушай, кукла неподбирабельная, как, в общем-то, и лопата, к моему большому сожалению. Еще одна кукла. Фонарик сделали поврежденным, чтобы
Чтобы мне время от времени становилось неуютно. Я понял вас. Чуть-чуть, я к вам не приближаюсь. Это было абсолютно понятно. Сразу и напоминать мне об этом больше не нужно. Так, это что? Здесь ничто не кликабельно. Ну какие вы неприятные. Попасть в палатку, но... Банка с краской. Смотри, я вижу какую-то банку с краской. Я помню, что мне нужна была банка с краской. Сюда мы можем... Блин, мы и сюда можем пройти. А не обратно ли я возвращаюсь? Да, я, кажется, обратно возвращаюсь. Тихо. Ты меня задела, что ли? Ты меня не трогай. Что это? Слушай, мне столько всего найти надо. Как я должен буду это сделать? Это очень большое задание. Очень. Так, все у меня собрано. Я готов двигать дальше. Пошли. Пойдем. Мне кажется, мы готовы продолжать. Нам нужно найти теперь очередные замки. Начинается. Что? 0451. А ну-ка, давай попробуем. А ну-ка, может быть, это закончится очень быстро. 0-4-5. Пожалуйста. Это круто. Да, мы, короче... Лампочка в фонарике перегорела. Супер. Этот чудик пытается меня достать. Тоже супер. Ритуальная зона. Вот она. Все, пошли ритуалы. Пошли каши свои. Пошли. Мы нашли... Ничего не вижу. Мы нашли все, что нам нужно. Пошли варить кашу из топора. О, ритуальная зона. Вайта. Поехали. Надо прочитать. Мне кажется, это важно. Сигил ритуальной зоны позволит освободиться каждой душе из своих оков. Кукол следует помещать в любом месте символа, как только свечи будут поставлены на подсвечники и зажжены. Так, кукол в любом месте символа. Как только свечи будут поставлены и подсвечники зажжены, душа будет готова освободиться. В Эклин Сити есть две ритуальные зоны. Одна из них не работает. Вместо освобождения уничтожать душу. Я могу только молиться, чтобы ты нашел правильную. Тела всех бедных душ в Эклин Сити, ставшие аномалиями, со временем все больше чахнут, пока не смогут больше двигаться. Природа может быть жестокой, но сверхъестественная природа гораздо суровее. Аномалии – это дремлющая угроза, затаившаяся за кулисами, ожидающая своего пробуждения. Как только они проснутся, наш мир окутает вечная тьма. Короче, две ритуальные зоны, талия — это ритуальная зона. Ну дайте догадаться, да? Мне нужно поместить куклу внутрь ритуальной зоны. Но это же не может быть та ритуальная зона. Это не могло быть так легко и просто. Если их две, и я вот... А, вот она. Если их две, и я нашел сразу прям вот ту, которую нужно. Все, всего одну надо поместить куклу. Давай обнулимся. Давайте часики. Опа, сохранились, обнулились. Так, свечки. Что нам нужно? А, свечи нам надо расставить. Давай, поехали свечи расставлять. Готовим ритуал. Слушай, мне кажется, ролик подходит к концу. Если ты добрался до этого момента, пиши в комментах. Пиши, я терпеливый. Пиши, я до жопы терпеливый. Я оценю такого рода комментарии. Посмотрим, сколько человек смотрит ролики вообще до. Кому интересно, кого зацепило? Так, свечи расставлены. Что мне нужно было? Краску какую-то мне надо было. Что я сделал? Что я сделал? А и что надо делать дальше? Слушай, часики. Часики, сразу часики. Погоди, у нас еще была... Откройся, инвентарь. А, ключ. Тьфу ты, етить. Ну, конечно, это не та зона. Ни хрена не получилось. У меня есть только ключ, чтобы свалить отсюда. Да? Ох, игра. Игра. Я не знаю, ошибаюсь я или нет. Но мне кажется, сейчас выяснится, что это не та зона. Так. Как отодвинуть это? А, как? А, на себя мы можем потянуть? Да. Отодвигайся. Нам надо пройти, судя по всему, вот сюда. You took one home. Ты взял одну домой. Только не говори нам, что надо заново идти собирать все это. Давай послушаем. В сети я читал статью о составленном словаре новых слов.
Он состоит из смеси вымышленных слов и жаргонизмов для описания эмоций или действий, которые невозможно описать существующими словами. Однако, особенно мне запомнилось «сондер». Это осознание того, что жизнь любого человека так же уникальна, как и твоя собственная. Сондер, надо запоминать. Вымышленное это слово или нет, но я его не забуду. Идите смотреть, я запишу. Сондер, идите лесом, потом будете меня долбать. Сондер. Так, я надеюсь, я больше ничего суперважного не пропустил. Сондер. Венди энд Доттери. Доттери какая-то. Surrender. Так, обнулились. Откройся, дверь, пожалуйста. Хорошо. Помнишь их имена? Но эту дверь я же открыл. Эту дверь я открыл еще в самом начале. Ай, какой молодец. Что это? Это конец игры? Катсцена? Да, катсцена. Стрелочка указывает на куклу. У тебя тоже один вопрос. Что? Что дальше вообще? Что будет? Назад пути больше нет. Получится достижение освобождения. Так или иначе, конец предрешен. Нет конца кошмарам Уайта. Он обречен страдать, умирая снова и снова от рака, словно подопытный кролик. Уайт Хейл. Наш дорогой сын. Кстати, лицо с превьюхи с игры. Это Рене Хейл какой-то. Это уже не Уайт Хейл. Смотри, справа снизу написано Рене Хейл. Концовка. Бесконечный цикл. Концовка одна из четырех. Снова и снова это никогда не закончится. Ну вот как-то так, слушай. Я жду твои комментарии, если ты досмотрел до этого момента, а я надеюсь, хоть кто-нибудь, хоть один человек досмотрит до этого момента. Я жду твои комментарии, что скажешь про игру. Слушай, написано, что Faceless, короткие истории Faceless, но не знаю, насколько короткие. Я думаю, ролик целый час у меня получится. О, ребят, концовка одна из четырех. Еще три концовки надо пройти. Вернемся мы к этим концовкам или нет, зависит только от тебя, зависит только от твоей активности, от того, что ты напишешь в комментариях. Я жду твои комментарии, жду лайки, дизы на этот ролик, жду подписку на канал, если ты на канале оказался случайно. Надо поработать с дикцией, иначе я хрень какую-то несу. Доброго я готов тебе пожелать утра, дня, вечера. Что у тебя там? Пока, ребятушки, пока!